Я думаю, что женщина может найти свой стиль без помощи профессионала в случае, если женщина этого очень сильно хочет. Потому что когда женщина чего-то очень сильно хочет, она обязательно этого добивается. Но с другой стороны, это довольно трудное занятие. Неудивительно, что на сегодняшний момент существует огромное количество различных глянцевых изданий. Да, если бы было все так просто, то женщина просто бы открыла журнал, посмотрела и оделась хорошо. Но почему-то этого не происходит. А не происходит это потому, что чаще всего женщина не умеет себя правильно оценивать. Это связано действительно с детством, это связано с тем, в какой обстановке человек рос, что его окружало, какие люди его окружали, что ей говорили в детстве, умница она или красавица и так далее. Поэтому, конечно, хорошо одетая женщина – это женщина, которая не испытывает абсолютно никаких иллюзий относительно своей внешности, относительно своей фигуры, но при этом точно знает свои достоинства и точно знает, что со всем этим делать. И поэтому, конечно, согласитесь, далеко не каждая женщина может оценить себя правильно, без помощи профессионала, к сожалению.